В свою очередь, дорожники уверяют, что в самые пиковые дни работают на пределе возможностей. К примеру, в Барнауле только за сутки вывезли почти 3500 кубометров снега. Для этого потребовалось больше сотни спецмашин. В первую очередь, коммунальщики расчищают центральные улицы городов. К уборке снега во дворах и на тротуарах подключились дворники. Правда, по мнению горожан, этих мер все же недостаточно. По центральным дорогам довольно, а вокруг дома в кварталах нет. Не чистят. Добавим, только за минувшую ночь высота снежного покрова в регионе выросла в среднем на 6 сантиметров. В отдельных районах и вовсе до 9. На ближайшие сутки синоптики вновь прогнозируют снежные заносы и метели.